Американцы Imagine Dragons выпустили свой третий альбом Evolve. Предыдущая пластинка Smoke and Mirrors вышла 2 года назад и принесла группе как успех, так и обратные его стороны. Я пребывал в довольно негативном состоянии, у меня была большая депрессия. Так что я отправился на 1 год домой и переосмыслил свое отношение к вселенной, семье и своим друзьям. Одним из первых синглов к новому альбому стал вышедший еще весной трек «Thunder», который повествует о том, как вокалист группы Даниэль Рейнольдс еще в детстве шел против течения и мечтал стать звездой. Это правдивая песня, мои дела в школе шли не очень. В 6 классе я стал заниматься музыкой, и это стало моим спасением. Я долгие годы скрывал свою музыку, пока однажды не показал ее своему отцу. Ну а годы спустя Даниэль стал тем, кем хотел. По словам вокалиста группы, музыка и любовь фенов — это главное спасение от грусти. Так что в грядущем мировом туре Imagine Dragons скучать не придется никому.